гибрид Overland, супер сладкий тип, это поздний гибрид, 83-84 дня дозревания. На сегодняшний день в линейке это, наверное, один из самых старейших гибридов, но старый — это не значит плохой или бесполезный. Гибрид абсолютно пластичный для выращивания во всех зонах страны и в любом климате, как с поливом, так и без полива. Вырастает 22-23 сантиметра с диаметром 5,4-5,5 сантиметров. Имеет насыщенный желтый такой солнечный цвет, достаточно крупное зерно и очень сладкий на вкус.